Дамы и господа, мое прошлое, часть вторая. Некоторые вещи должны быть вместе. Молоко и печенье, подлежащие и сказуемые, головы и соловой, а также утиные истории «Отважные спасатели». Упоминание одного приведет ко второму. Особенно если затрагивать офигительные игры. Даже как-то естественно, поговорив о будках, сразу переходить к бурундукам. Да, это замечательное развлечение из детства. А также лучшие сторонние игры у Nintendo. Да, они не просто лучшие в своей категории, они стоят рядом с GoldenEye, или Хроники Риддика, или Баки О'Хэр, да и куча других игр по лицензии. И да, обе они игры от Capcom, обе сделаны по детским мультикам, и вообще история этих ребят довольно хорошая. Уже не говоря о том, что вышли они почти след друг за другом. И геймплей в чем-то похож. Вот вы какие северные олени. Спасатели длиннее, линейнее и немножко быстрее. Также игру тянет кооператив. Хотя лично мне утиные истории нравятся поболее, но тут можно не выбирать, они обе отличные. Играйте в обе. Игра выглядит хорошо, еще лучше на слух. Играется вообще превосходно. Даже без Чипа и Дейла это была бы классика. Но тем не менее, благодаря их наличию, игра запомнилась как не просто хорошая, а хорошая игра по мультфильму. Зловредный толстопуз что-то замыслил. Опять? В этот раз он поймал гаечку. Вот пидор! Но не ссыте, Чип и Дейл на районе. Спасательство это вам не хухры-мухры, но, к счастью, Рокки и Вжик всегда помогут. Вместе мы этому толстопузу нададим по пузу, и тогда-то уж он никогда... Пардон, мы же не ради сюжета играем. Мне очень жаль, но сюжет тут в принципе наличествует. Это хорошо, но не обязательно. Правда, в нем проскакивают подсказки к грядущим уровням, но толку-то. Ну, игру заставочкой совсем не портят, да и хер ли тут вообще жаловаться. Если главная механика в утиных историях тросточка, то тут это ящички. Разбросанные повсюду, они наше главное оружие. Блин, эти бурундуки довольно энергичны. А шестерки толстопуза такие лохушки, даже кидаться в них не надо. Хотел бы Solid Snake так владеть ящиками. Утиная история была несложной игрой, да и спасатели тоже. Вот только дядя Скрудж был лучше подготовлен. Никаких альтернативных атак, кроме ящиков, нет. Да и здоровье нигде нельзя увеличить, поэтому следите за своими тремя жизнями. Но бурундучки очень прыгучи, поэтому маневрировать по сложным уровням не так уж и сложно, если знать как. А минус в том, что большинство боссов невероятно тупы. В сущности они одинаковы. Да, в историях они тоже были ничего особенного, но тут прямо скукотища. В целом они чуть сложнее уток, но куда проще, чем кодный Вайпер или Литл Нима. А еще проще играть с другом. Да, лучшая часть игры — это кооператив. Дэр! А с кем бы мне поиграть в Чипа и Дейла? Дэр Палыч, Дэр Палыч, Дэр Палыч, Дэр Палыч! Дратути Палыч! Дэр! Пал! Веди себя хорошо! И давай потише, я тут обзираю. Ну так вот, самая занимательная фича в игре — это кооператив. И про него многого и не скажешь, помимо того, что он охуенен. Ну ладно, пару деталей. Своего партнера нельзя убить, только оглушить. А если ваш приятель ракует, можете его буквально протащить. Эй, Дар Палыч, да я реально тащу. Ты лучше играл в Star Tropics. Блин, ты что, уже сдох, да ты полный отстой. Палыч! Чувак, нет, ты серьезно, правда? Дар Палыч! Какой он чувствительный-то. Дэр Палыч. Ну ладно, если не считать кооператива, то лучше всего в игре запоминается внешний вид. Чип и Дейл, конечно, очень маленькие детективы, и каждый уровень выстроен с их перспективы. Будто бы играешь в мультфильм, как и в утиных историях. Хотя гора и космоса встречаются во многих играх, где вы еще увидите деревья, кухни, лаборатории. Ну хотя есть Monsters и My Pocket, но это в другой раз. Короче, белки, ниндзя, летяги — это круто.
так же круто, как гигантские заводы, бегание по проводам и краны-переростки. Возможно, просто люблю миниатюру. Как и в случае с маленьким Немо, так приятно вновь чувствовать себя ребенком. DuckTales можно свести к словам «количество в угоду качеству». Всего 5 уровней, один из которых посещаешь 3 раза. Зато все они были уникальны, продуманы и запоминающиеся. Выбираются вручную, как в Мегамене. А в Chippy Dale скорее приоритизировали количество. Всего 10 уровней, 3 из которых можно и не посещать. Так устроена карта мира. Но главное не это, а что они куда короче и линейнее того, что мы видели в утиных историях. Звук в играх тоже отличный, и опять же, тут качество, а тут количество. В утках музыки поменьше, а в бурундуках она чаще повторяется и звучит одинаково. И хотя треки и покороче, их больше, а значит примерно одинаковая продолжительность в целом. Да, у всех игр есть свои стороны, и вместе они похожи на инь-янь крутизны. Но если уж выбирать любимчика, то не исходя из того, какая игра лучше. Это скорее вопрос предпочтений, качества или количества. Еще одна параллель с утиными историями. У игры был поздний сиквел. DuckTales 2 мне не сильно понравился, хотя игра и хорошая. И хотя Chip and Dale 2 тоже далеко не плоха, но меня скорее разочаровало. Ну начнем с плюсов. Звук собирания предметов больше не провоцирует мигрени, слава богу. В игру завезли больше графона, можно швыряться по диагонали. Боссы гораздо лучше сдизайнены и управление чуть отзывчивей. Но есть и проблемки. Да, боссы куда интереснее, но и схватки с ними как-то затянуты. Тут не как в первой части, где просто лежит шарик и кидая его сколько душе угодно. Нужно выжидать, пока босс сам даст вам предмет, который можно швырнуть. Много времени уходит просто на ожидание. И эта игра, возможно, имеет самую скучную схватку с последним боссом, что я видел. И господи Иисусе, слишком много сюжета. Я уже говорил, если я захочу хорошего сюжета, я книжку почитаю или фильму посмотрю, а не буду в Денди играть. Диалогов просто дофигища, и они замедляют игру. И даже подсказок герои нам не дают, это как-то бессмысленно. И да, саундтрек оригиналу и свечку не будет держать. В утиных историях хоть что-то запоминалось. Да и уровни, знаете, скучненькие. Ресторан? Морозилка? Дом с призраками? Где большие экраны? Где деревья? Вентиляторы? Запихни все эти уровни в Мегамен, и я даже не пойму, что не так. Но к тому времени Capcom уже как-то сменила поколение игровых систем. То есть в целом игра вполне крепкая, но не по сравнению с первой частью. Короче, к 93-му году Capcom уже, наверное, разрабатывали что-то другое. Да, наверное, самая слабая игра из четырех, но сама по себе все равно неплоха. Короче, как говорил Склифосовский, это, возможно, лучшие игры по лицензии на системе. От, возможно, лучшего стороннего разработчика. И хотя сиквелы уже не так впечатляют, в них все равно очень даже можно играть. Но ведь это еще не все игры от Disney и Capcom. В те времена они сотрудничали очень тесно, и это не последний плод их трудов. А большинство плодов у меня прям тут. Так что присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы поговорим об остальных их крутейших играх. Бахнем и задумаемся на тему, а можно ли распивать алкогольные напитки, когда мы только что обсуждали детские игрульки. Хотя... наверное, можно.